прошлом году встречи этих команд были очень упорными. Игра в Махачкале завершилась нулевой ничьей, а в Таганроге победу с минимальным счетом 1-0 одержали хозяева поля. В этом сезоне обе команды находятся в лидирующей группе и борются за право в следующем сезоне выступать в первом дивизионе. Поэтому ничейный результат в этой встрече не устроил бы ни одну из команд. Махачкалинцы сразу же завладели инициативой, пытаясь навязать таганрожцам свою модель игры. Но атаки гостей разрушались обороной форты еще на подступах к штрафной площади. Только на 16-й минуте встречи нападающему гостей Раджабу Магомедову удалось опасно пробить головой по воротам Николая Москаленко. А на 20-й минуте после отлично выполненного штрафного Русланом Паштовым Артур Ахмеджанов, находясь в окружении четырех махачкалинцев, нанес опасный удар головой. До конца первого тайма шла вязкая борьба на всех участках поля, а удары в створ ворот, которые удавалось нанести соперникам, особой опасности для вратарей не представляли. Второй тайм, как и первый, начался атаками Анжи. Уже на первой минуте второй половины игры только отличная игра Артема Вяткина не позволила махачкалинцам открыть счет. Гости взвинчивают темп и проводят несколько опасных атак. И только самоотверженная игра обороны во главе с нашим капитаном и неточность гостей при завершении атак не позволила им открыть счет. На 68-й минуте встречи тренерский штаб «Форте» произвел замены, и на поле вышли сразу два нападающих – Илья Юрченко и Артур Малоян. И надо сказать, они сразу же обострили игру «Форте». Уже в первой атаке после возобновления игры Илья Юрченко, получив мяч, пасом отправил в прорыв Руслана Левкина, плотный удар которого отразил вратарь «Анжи» Тимур Магомедов. Таганрожцы продолжают атаковать. На 75-й минуте мощно бьет по воротам Александр Моргунов. На 77-й снова на острие атаки Руслан Левкин, но вратарь гостей спасает свои ворота. А на 83-й минуте встречи гостям удалась острая контратака, которую начал и завершил Шамиль Абдуразаков, но после его удара с угла вратарской площадки мяч угодил в стойку ворот. И тут сработал непременный футбольный закон: не забиваешь ты, забивают тебе. На 85-й минуте встречи таганрожцы провели атаку по правому флангу, которую завершил Егор Могилев, нанеся удар из пределов штрафной площади. Он левой ногой отправил мяч в девятку. 1-0. Этот гол стал первым, который Егор забил, играя в составе «Форте», принеся команде победу и такие важные 3 очка. Вот это да, развязочка, да? Или пока что нет. Могилев с левой ноги убил паука в девятке ворот Тимура Магомедова. Очередную игру наша команда проведет 6 ноября в Майкопе с местной дружбой.